Всем привет! Как всегда, я приношу свою благодарность тем, кто пишет комментарии под моими монологами. Благодарю тех, кто оказывает материальную поддержку каналу. И то, и другое мне очень приятно. Особенно, конечно, приятны комментарии, как неудивительно, да? Вы думали, я скажу материальная поддержка? Нет, приятны комментарии, потому что они доставляют массу удовольствия, и я прекрасно провожу время, когда их читаю. Особенно интересны были дискуссии, коротенькие и замечания под роликом про картинки с выставки Эмерсона, Лейка энд Палмера. Это было чудесно. И есть чудесно. Я думаю, что это будет продолжаться. Очень интересно. Спасибо, пишите еще. Я не иронизирую, я действительно прошу. Пишите, не стесняйтесь, высказывайте свое мнение. Ваше мнение очень важно для нас, как говорят телефонные барышни и мужчины. Ну вот, а я хочу вспомнить то, что было год назад. Год назад мы в это время примерно ехали с группой Гарина Гиперболоида с фестиваля то ли в Рощино, то ли в Кронштадте. Я не помню, там было два фестиваля близко по времени случившихся. И наш замечательный музыкант, барабанщик, прекрасный, один из лучших, наверное, барабанщиков нашего города, я не буду за всю страну говорить, Дима Горелов, нашел в телефоне трансляцию с концерта на Уэмбли. Это был 5-часовой концерт, посвященный памяти Тейлора Хокинса, барабанщика группы Foo Fighters. Замечательного музыканта, прекрасного барабанщика, как я уже говорил, композитора, аранжировщика, певца в том числе, и большого друга Дэйва Гролла, лидера и основателя группы Foo Fighters. Я не знаю, любите ли вы Foo Fighters, я очень люблю эту группу и считаю ее, не я один, кстати говоря, считаю, а много кто считает ее одной из самых важных, наверное, самых ключевых таких. И многие пишут, последняя группа большого, настоящего классического рок-н-ролла. Ну, я не сказал бы, что это последняя. Хочется надеяться, что это не последняя группа большого классического рок-н-ролла, но, тем не менее, одна из важнейших, конечно, одна из таких корневых, ключевых рок-групп, которые играют большой рок-н-ролл стадионного размаха. Я не очень хорошо отношусь к стадионным группам, но Foo Fighters, они совмещают как раз и творчество, и честность. Многие иронизируют над этим словом, когда я говорю о рок-музыке, что это честная рок-музыка или нечестная рок-музыка. Не надо иронизировать, потому что это очень важно, когда честно музыкант пишет свои песни и исполняет их, или под заказ. Во-первых, это всегда слышно. Как ни удивительно, можете со мной спорить, там писать что угодно. Слышно, а кто там, ничего там не слышно. Все слышно всегда. Заказуха, она всегда есть заказуха. И тут ее как не спрячешь никуда. Так вот, а Foo Fighters — это такие носители той самой идеи, вокруг которой мы все с вами живем. Иначе бы мы здесь не смотрели друг на друга, не слушали бы мои речи и не писали бы комментарии. Потому что мы все связаны вот этой штукой, идеей вот этой самой рок-музыки, и вокруг нее существуем, и она внутри нас существует. В этом смысле я Foo Fighters могу сравнить с The Rolling Stones, которые упорно уже не один десяток лет двигают ту самую рок-историю, никуда не сворачивая, никуда не отклоняясь. Не надо говорить, что там они в диско играли, они то играли, и все. Они играют так же, как играли с самого начала. Они играют прямой, настоящий, основанный на блюзе, британский, тяжелый, замечу, рок-н-ролл. В широком смысле этого слова. И никуда не уходят. И прут, как Джон Майл, который играет свой блюз, как начал играть там в 65-м году, так и прет с этой штукой до сих пор. Это все, это настолько круто, настолько вызывает уважение. Так вот, Foo Fighters, да, это из той же оперы артисты. А что касается Дэйва Гролла, то это человек, которого я могу назвать профессором рок-музыки. Человек, который знает о рок-музыке все. Все. Все приемы, все способы написания песен. Знает прекрасно, как пишутся песни для
рок-группы, как они аранжируются. То есть он такой просто вот профессор. Умеет, может и знает все. И в этом смысле я могу сравнить Дэйва Гролла с Полом Маккартни. Сейчас смеяться будут все. Не надо смеяться. Это Пол Маккартни нового поколения. Пол Маккартни тяжелого рока. Я бы сказал, просто Маккартни играет в определенном стиле, все-таки в определенной палитре музыку. Дэйв Гролл играет в другой палитре, в палитре тяжелого гитарного рока. Но, в принципе, они очень близки по умению писать песни, по легкости, с которой это у них происходит, по широте взгляда и аранжировочного, и подачи, и концепции альбомов, и недаром Дэйв Гролл играл с Полом Маккартни. Был, по-моему, в 2005 по-моему, году был большой концерт Маккартни, где Дэйв Гролл играл и на ударных, и пел с Полом Маккартни, и играл на гитаре. Не весь концерт, но он выходил на определенные песни, играл, уходил, потом пел бэки, потом уходил, приходил, садился за ударную установку. Все в порядке, они в хороших отношениях. И тем более Маккартни принимал участие в записи вот этого альбома Foo Fighters Concrete and Gold, который я очень люблю. Поговорю о нем отдельно, ибо эта пластинка настолько грандиозна, что о ней действительно стоит особенно поговорить. И Пол Маккартни там играет на барабанах в одной песне чуть-чуть немножко. Но тем не менее, дружба есть дружба. Их не разорвешь, Дэйва Гролла и Пола Маккартни. Они близки. Так вот, пластинка, которая вышла в 2023 году, Foo Fighters, последняя на сегодняшний момент времени, на сегодняшний день. Обложка не совсем упала. Ничего страшного. Пластинки нынче делают хорошие, они не сразу портятся. Вот. Обложка не совсем белая. Если чуть-чуть ее наклонить, чтобы свет падал правильно, то там видны и названия песен, и названия альбома, и даже картинка, состоящая из полосок разнообразных. «But Here We Are» называется альбом, и посвящен он, конечно, Тейлору Хокинсу, большому другу Дэйва Гролла, барабанщику Foo Fighters, коллеге, а также посвящен Вирджинии, матери Дэйва Гролла, которая умерла тоже вот сравнительно недавно. И пластинка, с одной стороны, она исполнена страдания и несет такой трагический, трагедийный, я бы сказал, окрас. С другой стороны, это все-таки Дэйв Гролл, это Foo Fighters. И как написал один из комментаторов, не музыкальных критиков, а просто комментаторов в интернете, которые любят эту группу, написал, что со всеми своими трудностями Дэйв Гролл справлялся и справляется одним единственным способом, уходя в работу. Как было после смерти Курта Кобейна, когда, казалось бы, все рухнуло, да, нирвана закончилась, а это было для Дэйва Гролла все. Вся его жизнь на тот момент времени была в нирване. Что он сделал правильно? Он записал первый альбом, который назвал Foo Fighters, хотя записал его практически один, практически сам, и записал его в виде демо-кассеты, которая потом стала первым альбомом Foo Fighters. И ему пришлось собрать группу, потому что группы не было. Он записал вот эти песни, уйдя в работу, чтобы не думать о страшном, о том, что все рухнуло. И пришлось ему собрать группу, и Foo Fighters по сю пору существует. А вот Тейлор Хокинс, который умер совсем недавно, да, у нас, это был еще один удар для Гролла. Потерял Кобейна, потерял мать, потерял Тейлора Хокинса, коллегу, на которого он опирался. Ну, барабанщик в группе, это, сами понимаете, это не просто так все, да. Они были друзья, не разлей вода, и Дэйв Гролл говорил, что за Тейлора Хокинса я могу умереть, отдать жизнь, я так его люблю, что все. И вот он умер, и Дэйв Гролл записал и выпустил вот этот альбом, который, ну, очень хорош. И вот несмотря на трагедию, как я уже сказал, да, это все-таки Foo Fighters, это Дэйв Гролл, который играет в рок-н-ролл по-настоящему. По-настоящему. Рок-н-ролл не может быть сплошной трагедией. И
Все казалось бы мрачно. И Rescued, первая песня, она достаточно по содержанию тяжелая. О том, что спаси меня, все происходит здесь и сейчас. А действительно все происходит здесь и сейчас. Действительно, все войны, все, что было, все, что есть, это все происходит с нами прямо сейчас. Все самое страшное, самое хорошее, все это в нас здесь. Но песня начинается с яростной гитары. И понеслось. Драйв бешеный. Грол здесь играет на барабанах, в отличие от предыдущих альбомов, где он уже давно переключился на гитару, да, как мы знаем, уже больше 10 лет он является гитаристом Foo Fighters, а не барабанщиком. Но здесь он сел за установку в память о Тейлоре Хокинсе, своем друге. И, кстати говоря, если кто-то там любит рейтинги всякие разнообразные и списки лучших гитаристов, лучших барабанщиков, то Дэйв Гролл считается вторым по значимости барабанщиком рока. Первым считается Джон Боном, вторым Дэйв Гролл, если кто-то любит. Я на них не обращаю внимания, это я просто для общего такого напоминаю. Очень драйвовая, очень резкая, очень жесткая песня с отличной соло-гитарой, грязной, такой недообработанной, я бы сказал. И это дает живость и ярость. И в чем-то похоже на ранние пластинки Foo Fighters, может быть, даже на первый альбом. Вот этот записанный Гролом в одиночку на кассету. Но это по-настоящему все. Вот тяжело читать. Under You, следующий номер, на удивление веселый. Мажорный гитарный рев, просто кайфовый. И если продолжать тему мажорного гитарного рева, то шестая песня Nothing At All, например, она мрачная, достаточно тяжелая, но она помогла войти в любой альбом Нирваны спокойно. Вот так вот в 2023 году Гролл вспомнил молодость и тряхнул просто не просто стариной, а тряхнул всем, что у него есть. Вот Nothing At All — это полная, просто полный какой-то отрыв. Hearing Voices, третья песня. Если можно говорить о том, что медленная она, пускай она будет медленная. Она немножко медленная, она с очень простой гармонией. Но тема хороша, потому что мелодия на простой гармонии, лучше ничего не бывает, чем хорошая мелодия на простой гармонии. На самом деле, не надо наворачивать 28 аккордов, как в плохом джазе, например, да? Можно запутаться, можно уйти куда-то не туда. Вот. А когда на простой гармонии, на 2-3-4 аккордах красивая мелодия, которую надо написать, которая не просто в тональности бубнешь, да, там аккорд соль, я пою соль, да, аккорд там до, я пою до, а написать красивую мелодию, как Пол Маккартни, кстати говоря, и как Дэйв Гролл. Вот этот самый Hearing Voices очень в этом смысле хороша. Немножко психоделии даже там присутствует. Обработанная парящая гитара сзади. Очень-очень все красиво, но плотно и мощно, потому что Дэйв Гролл по-другому не умеет. По-другому просто не получится. А вот песня под названием, собственно говоря, Be Here, But Here We Are, заглавная песня. Вот там Гролл уже выдает по полной схеме. И гитары, и барабаны с басом, понятное дело, да? И поет так, как будто он поет это последний раз, зная, что он поет последний раз, не боясь за связки, ни за что. Все, сейчас спою, и там уже будь что будет. Орет на такой разрыв, что, казалось бы, дальше некуда. Но дальше есть куда, потому что последняя песня на второй стороне «Rest». Это уже даже не надрыв, не разрыв, это даже не связки, это иерихонская труба какая-то, вставленная в горло Дэйва Гролла, потому что так петь нельзя, так петь человек не может. Ну, не может физически просто, человек не предназначен для того, чтобы так петь, но Гролл так поет, у него так получилось. И музыка, можно ее назвать «Stoner». Здесь «Rest», я имею в виду последний номер, можно не называть «Stoner», но она тяжелая, шагающая, давящая, с гитарным ревом и вот с этим его надрывом. И он поет о том, что ты свободен, наконец-то ты защищен,
и ты наконец-то можешь отдохнуть. Ну, кроме этого, здесь есть почти 10-минутная песня, которая посвящена его матери. Собственно говоря, The Teacher называется. Мама его была учитель, Вирджиния. Тоже серьезное, из двух частей полотно, почти 10 минут. И Show Me How, первая песня на второй стороне, которую он поет со своей дочкой. Проникновенная, вот это медленная, проникновенная вещь, но тоже плотняк. В общем, это очень хороший альбом, я его всем рекомендую. Я как мог коротенько про него рассказал. Он на меня произвел очень сильное впечатление, все, что я могу сказать. But Here We Are называется пластинка. Dave Grohl, Foo Fighters, 2023 год. Пойду выпью за Тейлора Хокинса, ушедшего, и за живого Дэйва Грола, и за группу Foo Fighters, которую я очень-очень люблю. Это настоящая рок-группа. Настоящая. Пока.